Привет, Маша. Маша, привет. Привет. Привет, красавица Маша. Наша. Сейчас мы приехали в Докучаевск, к маме, одинокой маме, с ее прекрасной Машенькой дочкой. Мой репортаж видел один человек, Андрей Петров, из Сочи, Краснодарского края. Ее очень тронула судьба этой девушки, судьба ее дочки, которая живет в Докучаевске под постоянными обстрелами. Вот он ей передает $100. Это эквивалент, вот здесь мы поменяли. Держи, держи денежки. Передает им на то, чтобы они смогли себе купить самое необходимое. И чтобы у них, скажем так, были денежки, потому что здесь очень трудно одной ей. И на те пособия, которые ей платят по уходу за ребенком, это минимальные, насколько возможно. Она пытается на них выжить. Спасибо огромное. Спасибо большое. Скажи спасибо. Маш, спасибо скажи. Ну, скажи спасибо. Она стесняется. Как раз ребенок заболел, и лекарства не за что купить. Как раз мы приболели. Так. Ну, ничего, ничего. Рассыпали деньги, потом соберем. Спасибо, Андрюша. Спасибо. Вторая принесла мазь растираться. Спасибо, люди, все, кто помогает. И низкий вам поклон за ваше милосердие и доброту. Спасибо. Спасибо большое.